Махачкале 14:45 в студии Бедерниса Гусейнова. Здравствуйте. Новости. В постоянном представительстве Дагестана при президенте России в Москве состоялось выездное заседание Президиума Ассоциации российских дипломатов. В мероприятии, которое вел председатель общественной организации Игорь Халивинский, также принял участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Были обсуждены в частности итоги рабочего совещания в Министерстве иностранных дел России по теме «Актуальные проблемы противодействия ИГИЛ и другим террористическим организациям». Также были рассмотрены основные направления совместной деятельности в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Дагестана и Ассоциацией российских дипломатов. Ранее Рамазан Абдулатипов в Москве встретился с председателем правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексеем Миллером. Обсуждались вопросы совместной газификации горных районов путем создания хранилищ для сжиженного газа, возможности переподчинения филиала «Газпром Межрегионгаз» в Дагестане и задолженности дагестанских потребителей за предоставленные энергоресурсы. Председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов проинспектировал в Каспийске ход строительства современной школы и детского сада. Сооружение данных социальных объектов осуществляется в рамках реализации программы «Содействие созданию в регионах России новых мест в общеобразовательных организациях». В целом, выразив удовлетворенность качеством работ, премьер-министр предупредил застройщиков о необходимости сдачи объектов в конце текущего года. У нас сегодня по Республике Дагестан по электронной очереди нуждающихся детские дошкольные образовательные учреждения. Детей 20 тысяч, поэтому мы все делаем для того, чтобы эту очередь сократить и создать условия, чтобы дети могли посещать детские дошкольные учреждения. И за счет этих садиков вот эта очередность будет снижаться. Председатель Народного собрания Дагестана Хизриших Саидов провел заседание президиума. Отметим, что Народное собрание 5-го созыва прекратит свои полномочия в день первой сессии парламента 6-го созыва 27 сентября этого года. На сессии планируется заслушать доклад председателя избиркома республики об итогах выборов депутатов Народного собрания Дагестана 6-го созыва, принять решение об избрании председателя, заместителя председателя, председателя комитетов и другие организационные вопросы. Новости культуры. Сегодня в Театре поэзии 18 часов моноспектакль заслуженного артиста России Гусейна Казиева по произведениям Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Погода. В Махачкале 29 тепла, вода в море плюс 15.